Небывалое количество аварий на Большой Алматинской кольцевой автодороге. Только за утро на 7-километровом участке произошло сразу 5 ДТП. Столкнулись 16 автомобилей, одна машина полностью сгорела, пострадали 4 человека. 11-е, 12-е. Ну, 12 машин. А, подожди. Еще там 13-е. Не хочешь? Вот это в том числе. И вон еще. Происходящее на Бакаде очевидцы назвали настоящим хаосом. Утверждают, что разбитые машины были разбросаны по дороге. Одна из них горела. Именно с нее все и началось. Водитель заметил задымление в салоне, резко затормозил и выскочил из машины. В нее врезался владелец «Мерседес», который ехал позади. Дальше по этой же причине число участников ДТП только увеличивалось. После того, как место аварии оградили, произошло еще несколько столкновений. Водители уверяют, утром трассу накрыл густой туман, была практически нулевая видимость.